Мед, 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 мед. Нет, 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 мед кончился, нет, как, так, это дома, домашек, меда нету, все, все пустое, нету меда, так, так, хорошо, хорошо, да, магазин, магазин есть рядом, так, бабло, бабло, надо найти, пойти мед себе купить, килограмм, как-то нет, тонну, тонну надо, так, все, собирай манатки, манатки, все, магазин, все, все, магазин, все, все пустые, все, ай, за медом, за медом, так, все, за медом, надо бежать, так, бежать, так, мед, мед, открывайте, открывайте! Кто тут, есть в этом магазине? Открывайте, дверь! Да кто там пришел? Быстро открывай! Ты понял, что ли, видишь, двери закрыты, магазин закрыт! Да, мед, мед, есть мед у вас, много меда, все куплю, И мед есть, и все есть, только магазин закрыт. Надо пока и проваливать сюда. Какие закрыты? Да мед надо, мед. Так ты подожди, что я тебе могу дать? За лайки, пустишь лайки дам, много лайков дам. Только пусти! Прям много-много лайков? Да, много, пусти, пожалуйста, мед нужен, мне умру. Ну ты давай вначале лайки, давайте, ребят, вот вы ставьте лайки, да? Ну я тебе не пущу, магазин закрыт, сказал же, проваливай отсюда. Ну, типа, ладно. Пусти в туалет, быстро, сейчас досру тут твой пучит. Ты вообще норм, нет? Ты тут только не помню. Сейчас досру тут. Ладно, заходи, быстрее в туалет, быстрее. Вот сюда, быстрее, только не провались тут настройка. Чё это такое? Только не посмотри. Да чё ты там делаешь? Чё ты там делаешь? Быстрее, ну, иди, сри быстрее в этот туалет. Мёд вылазит, мёд вылазит. Ой, ты там скоро не... Алло, ты туалет там не закрыть, алло. Я, конечно, извиняюсь, алло. Я только почистил туалет. Все. А ну выходи отсюда быстро. Так, все, проваливай. Вообще, подожди, я руки помою. Руки. Так, тут... Ты руки будешь мыть? Давай, все, помыл. Я тебя помыл. Ты вообще какой-то странный, ты как-то... В смысле, посрать не дадут? Только куда костюме ходит, непонятно, что воняет от него. Нет, мёд, пожалуйста, нет, магазин закрыт, а ну отдай, Да, хорошо, открой, пошёл вон отсюда, дверь открой, начальник, быстрее, начальник, ты вали отсюда, тупой, жирный. Ну я ещё приду за мёдом, ты ещё меня догони. Завтра приходи, когда магазин откроется. Хорошо, хорошо. Арбуз, арбуз, арбуз. Мёд, Что за у тебя тут за ямы какие-то посередине магазина? Что это? Да у нас, понимаешь, мёд, просто... Мёд там? Мёд? Да не мёд там, да подожди, дайте сказать, ты понимаешь? Варенье! Варенье! Нет? Ну да ладно, ладно, говори, я слушаю. Ай, ты что такой, ты что, наркоман какой-то, варенье требует? Ну, ты что-то другое ешь? Чё там? Рассказывай. Говорю, ремонт у нас проводился в продуктовом магазине, вот. И на этом месте, как бы, погибло очень много строителей, потому что всякие извержения были из пола. Ну, блин, просто ремонт, видишь, в продуктовом магазине. Так, ну, давай, давай, еще посрать, я же карточку нашел, я сейчас сам все посмотрю. Какой я могу карточку? Подожди, а что делаешь? Так, ремонт у него... Подожди, ты подожди, Ой, какие подожди! Чё, это не мед? Я думал, тут мед, а тут нету меда. Чё за трубаки? Ну, понимаешь, просто, когда мы строили продуктовый магазин, вот как бы вулкан был под магазином. Какой вулкан? Да, вулкан был под магазином. Видишь, тут динамит вот тут лежит, взрывали тут все. Вот, и поэтому много строителей погибло, и вот мы тут похоронили так символично, вот. Под магазином, там где мед продают, трупаки и мед, да, в одном здании. Да, они здесь мед не продают, здесь только вот лежат наши два строителя рабочих. Так, блин, какого черта ты тут делаешь? Ну проваливай из моей... Да в смысле? Продай мне мед! Ну продай все же мед! Ну пожалуйста! Я тебе сказал, приходи завтра утром, продам тебе мед! А ночью, чтобы больше... Мед, мед, мед! Ну лизнуть! Да все!
Все, я ушел, я тут, да какой злой, а? Мёд. И права я больше не возвращайся. Так, вообще ничего нету дома, вообще ни меда нету, ни варенья нету, потом опять ни меда, и тут меда нету, вообще ничего нету. Он мне продавать не хочет, паскуда. Так, хорошо, хорошо, так, зато карточка у меня есть, вот есть, вот все, вот есть. Так, не будут мне продавать, зачем я сейчас по-тихому пройдусь туда, проберусь и стыбью у него весь мед, раз он не хочет мне давать. И варенье тоже все стыбью. Хорошо, хорошо, сейчас придумаю план, сейчас все придумаю, продумаю и пойду. Сейчас все будет, не дает он мне мед, паскуда. Быстро, 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 сюда идем, мед. Спит опять, опять, спит опять, спит опять, спит. Кто опять? Кто опять здесь? Сколько нет, сколько нет, да тут? Опять ты, а ну иди сюда, а ну иди сюда. Да какие? Успокойся, успокойся, я только за медом, я только за медом. Я сейчас тебя уничтожу. Подожди, да ты куда? Я сейчас точно жопу напушу. Да куда ты тут? Подожди, дай мне мед. Ах ты же. Что это такое? Это мой кабинет. Да не трогай тут ничего, ты! Человеческое мясо, да? Людей убивают. Да не человеческое, это просто мясо. Я же продаю всякое мясо. Вот оно у меня тут висит на потолке. Наблюдаешь за мной, да? Телескоп, вот тут смотришь, я там хаваю. Да, не за тобой, я вот за... За кем, дом, за кем? За вот меня, дом, да? Там, да, да. За девочкой красивой. Да вообще, что я тебе это все объясняю? Ты вообще офигел. Что я? А это что, кишки, да? Кишки у тебя тут всякие? Нет, просто сосисочки. Какие сосисочки? А мед где? Вот дай мне мед, наконец-то, мед дай мне. Да какой тебе нафиг мед? Ты вообще в своем уме? Ты кто такой? Почему ты такой жирный и все время хочешь меда? Никакой я не жирный! Че меня оскорбляешь? Не жирный я! Ты точно жирный? Смотри, какое пузо. Не жирный, где мед? Дай мне мед! Да куда ты идешь, чтобы не ходить? Да че это такое? Че за двери? Там мед! Так. Да, 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 там мед. Подожди, стой! Почему ты все время хочешь мед, и ты очень как-то странно выглядишь? Очень смахиваешь на какого-то монстра. Не твое дело, все нормально, просто ты. Нет, ты быстро отвечай! Нет, только не должен помочь! Я сейчас порежу! Ну отвечай, быстро отвечай! Ну-ка тут. Медведь я, медведь! Ты меня раскусил! Медведь я! Вот! Чего? Какой медведь? А, ты медведь! Ну хорошо, как раз сейчас тебя разделаем! Ух, и будут тебя продавать тут магазинчики. Продавать. Да. Чё ты будешь продавать? Ничего ты не будешь продавать. Желейный я медведь, не с мяса, желейный. Чё ты будешь продавать? Ничего. Какой медведь? И желед, да, вот поэтому я красный весь и липкий, потому что я желейный медведь. И мед люблю. Мед дай мне. Мед. А зовут-то тебя как, желейный медведь? Валерчик, Валерон меня зовут. Вот, в общем. Дима, ты действительно хочешь, чтобы я сейчас вот это, да? Вот что? И что ты медведь, да? Да, Валерчик, Валера. Так, все, я не могу просто... Да какие, да, дай мне... Проваливай отсюда, никакого у тебя меда, я вообще ничего... Да, никакого меда. Проваливай отсюда. Ты плюется. Так, все, в этот раз весь мед заберу. Так, иди все. Спит, так, в этот раз не проснется, надо проверить, точно он спит, не точно? Не проснешься, спишь? Спит, ничего не чувствует, так, надо не проверить, если там столько меда, сколько я думаю, то это вообще просто, вообще... Не, это не мед, это трупаки, где мед? Ну что, попал, к сожалению, медведь Валера? Ты думаешь, я не знал, кто ты? Я... Что, как тебе медик? Как тебе нравится медик? Да где? Мне обещали, тут мед будет. Где мед? Ты можешь попробовать покушать, например, свинину или человечины. Нет, я такой не хаваю, нет. Ну ты выпусти меня, я хочу мед. Я сейчас тебе пулю в голову сажу. Нет. Не с места, понял, не с места. Буду стрелять! Ничего не делай! Ну все, Желейка, ты, Валера, будешь ты тут гнить до конца своих дней, морозиться в этой морозильной камере. Не, выпусти, пожалуйста, я мед хочу! Да, пошел вон отсюда! Пошел вон! Игра окончена! Нет, я больше меда никогда не увижу! Нет!